Итак, сегодня мы начали новую рубрику на нашем канале «Загадки о Делоне». И наша первая загадка – угадать Делона вот на этой фотографии – очень понравилась вам. К нам на канал поступило много ваших писем с просьбой продолжить эту рубрику и загадать вам новые загадки об Алене Делоне. А потому, по многочисленным вашим просьбам, рубрика «Загадки Делона» будет продолжена. И сегодня мы сыграем еще в одну игру о Делоне. Только уже не простую, а золотую, конечно же. Играть мы начнем через минуту, а пока внимание, ребята! А теперь внимание, ребята! Объявляем правильный ответ на предыдущую загадку и называем победителя самого первого конкурса об Алене Делоне. Итак, на этом снимке 50-х годов Алена Делона можно найти во втором ряду сверху. Он третий слева. Большинство из вас правильно ответили на этот вопрос и правильно узнали Алену. Однако первая среди равных дала правильный ответ наша подписчица из Латвии. Под криптонимом Led Leeds Голом, если я правильно сказал. Поздравляем нашу подписчицу. Честь ей и хвала. Ну а сегодня новая загадка об Алене Делоне. Новый конкурс уже посложнее. И его мы проведем совместно с парой матч, любимым парижским журналом Алены Делоне. И обратите на это внимание, кто собирает факты и сведения о любимом сыре Алены Делоне, о любимом багете Алены Делоне, и теперь вам будет о любимом вине, вот тут спрашивали, а теперь вам будет и о любимом журнале Алены Делоне. Еще один ценный вклад в вашу копилочку. Любимый журнал Алены Делоне – это «Пари Матч», ну и мой, конечно же, тоже. Итак, «Пари Матч» приготовил для всех вас опросник, настоящий квест или квиз, не знаю уже, как по-модному это называется. Но если вы все готовы, мы начинаем. Итак, внимание! А теперь внимание, ребята! 5, 4, 3, 2, 1, старт! Всего будет 12 вопросов, но не все сразу, не бойтесь. В этом выпуске для начала мы рассмотрим лишь первые 6, а ответы свои пишите в комментариях «А ля манер» номер вопроса тире ответ, запятая, номер вопроса тире ответ, запятая и так далее. А в следующем видео мы объявим правильные ответы и назовем победителя этого выпуска, которым станет тот наш подписчик или подписчица, который первым даст правильный ответ на все первые 6 вопросов. Готовы? Итак, первый вопрос. Внимание, вопрос. Сколько лет было Алену Делону, когда его родители развелись в 1939 году? 3 года? 4 года? 6 лет? Он еще не родился. Второй вопрос. Почему его исключили из армии, или в данном случае из флота, в конце войны в Индокитае? За повреждение оборудования? За драку с товарищем? За угон джипа? За плохое поведение? Третий вопрос. Какая роль прославила Алена Делона? Рокко в фильме «Рокко и его братья», Эдди на последнем дыхании, Том Рипли в «Plain Soleil» или Пьер
знаменитые любовники? Четвертый вопрос. Сколько премий Сезар за лучшую мужскую роль получил за свою карьеру Ален Делон? Ни одной, одну, две или три? Пятый вопрос. За какой фильм он получил Сезар за лучшую мужскую роль? Рокко и его братья, Наша история, Знаменитые любовники или За черный тюльпан? И, наконец, последний на сегодня, шестой вопрос. И это самый сложный вопрос. С какой легендой французского кино у него сложился запоминающийся на долгое время творческий дуэт? Жан-Поль Бельмондо, Жан Габен, Лино Вентура или Бурвиль? На сегодня пока это все. Пишите свои ответы в комментариях «A la manière» номер вопроса тире ответ, запятая, номер вопроса тире ответ, запятая и так далее. А в следующем выпуске мы продолжим эту викторину, мы объявим правильные ответы и назовем победителя этого выпуска, которым станет тот наш подписчик или подписчица, который первым даст правильный ответ на все первые 6 вопросов. Всем вам большой удачи! Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алена Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видеовыпусков. И все подробности о том, что же там по правде происходит и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки.